Ну и сейчас к Украине переходим. Украинцы защищают русский язык. Жители Днепра и Ужгорода создали петиции, которые уже собрали необходимое количество подписей. Петиция из Днепра набрала 5000 голосов из 900 необходимых, и теперь президент страны, ну, просто обязан ее рассмотреть. Законопроект предполагает особый правовой статус языка на Украине и защиту прав русскоязычного населения в области образования, культуры и госуправления. Было бы непростительной ошибкой проводить политику, направленную на маргинализацию языка, на котором говорит огромный процент населения, считают проголосовавшие. Ужгородские общественники солидарны с днепровскими. Русский язык необходимо наделить особым региональным статусом. Граждане Украины стараются объяснить властям простые истины, что, принизив значимость русского языка, можно создать напряженность в обществе и, самое главное, лишить себя великого богатства русскоязычного культурного наследия. Вот смогут ли простые люди вразумить правительство и не допустить деградации в стране, посмотрим.